Рафик, очевидно, что не видел, потому что я сам в этот момент стримил. Он поднимает и сбрасывает его? Что это было только что? А, вот что это было. Чувак лагал. Здравия, не очень неделю назад игре по хоккею сломали колено, делали операцию, лежу в больнице, смотрю стрим, только это радует жестко вообще. Выздоравливай. Блин, еще один с коленом. У нас есть Максик, у которого тоже... Серьезно? Вот... Что ты тут вообще... Как? Клёво! По жопе ему дал. Чутка пробежал доски. На нет работает на топорике Анна. Нет, не должен. Вот, поэтому что-то у вас у всех прям армия Вайтрана какая-то намечается. Осторожней, что ли, будьте. С коленом-то. А то так и правда можно потом стражником стать. В Вайтране работать. Какие же у него тихие стоны? Вообще. Топ. Вот. Хоть Дэвид и огромный, но стоны у него реально тише, чем у остальных. Ему Iron Will вообще не нужен. Ой, ты хочешь меня потрогать? Давай. Джинс хороший. Лайсирую. Штфан тихо стонет. После операции на ногу дома валяюсь с гипсом. Зато стримы можно весь день смотреть. Даже как? Что? Где вы ноги ломаете себе? Может быть, это я что-то не так делаю, но я в жизни ничего себе ни разу не ломал. Единственное, есть один шрам тоже на ноге, но я в дождь бежал и поскользнулся на лестнице. У лестницы были ступеньки острые. Вот. Поэтому там зашивали ногу, это в Лазаревском было в Сочи. Long, long time ago. Стиптик? О как. Было бы забавно, если бы он успел. Видимо, не было веселого детства. Да, ну, да не, мне нормально было, но я в основном в комп играл, в принципе. Поэтому мне очень даже хорошо было. Не, ну так по гаражам-то прыгали, в принципе, с друзьями. Но с дизелом нет, не знаю. Мужик, пилой. Не успеешь? Окей. Ха!
Хорошее окно. Лайсира. Блин, у нас что-то вообще жесть. Тригенер еще. Был хикой до того, как это стало модно. 29 августа будет самым тяжелым днем. DLC к XCOM и большая новая Fortnite. Ну... как бы... DLC к XCOM это важно, да. Серьезно. Ищи мемента. Что делает Сайтама у кружки? Но очевидно, он к ней тянется. Окей. Не, плохая идея. Чё-то вы убили против меня, вообще не везет никак. Просто не идет. О, здесь Мэг, черт, прости, что я его сюда привел. Слушай, хорошая катка первая за сегодня, вообще нормально идет. Очень-очень неплохо. А, вот теперь я побежал туда, где ничего нет. Ладно, кроме вот этой доски. Чё-то мне его даже жалко. Ну, все, в принципе, все доски в округе минус. Меня сейчас на Бладласте тупо догонит. Дедхарт еще есть. И Стиптик, да, и про Стиптики я помню. О, боги! Серьезно! Ладно. Привет. О! Адреналинчик! Тебе денежка на хлеб с маслом. Таймингово. Таймингово. Спасибо. Я так давно не ел хлеб с маслом просто, кстати. 100 рублей. Донейшн акцептор. Спасибо огромное за поддержку. О, боже, что я сделал? Зачем я прыгнул на шифте? Спасибо за ресап! Чей ресап? Крокинум? Все, у меня нету этих, если я не... Доски! О, боги! Они еще есть! Нет, нахил били. Да. Тише, 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 тише,
Тише, мужик, тише, тише, тише. Тише, тише. О, боги, серьезно. Он на наеде меня догонит в любом случае. Ой, ты чё эту пилу решил юзать-то, а? Здесь нет нигде досок. Получай. Нет! Да ладно тебе, ну... Боже мой... Четыре процента скорости бега от наеда. 4% скорости бега. У него еще и карбюратор стоял. Бедняга, Костян, бедняга.